Вперед! Оп-оп-оп! Соревнования по мотокроссу для ангарчан – одни из самых долгожданных и излюбленных. Во-первых, турнир проводится на открытом воздухе у реки. А во-вторых, это драйв, скорость и зрелищность. Волей-неволей зритель переживает даже за незнакомого участника. Ангарский мотокросс – эдакая Формула-1, только на мотоциклах и на местном уровне. Также интересно и экстремально. Ангарск, Иркутск, Усолье-Сибирское и Шелехов в этом году представили 14 спортсменов. Гонки проходят по трем классам – для любителей, мастеров и ветеранов. Гонщикам дается 2 заезда. Первый – 15 минут плюс 2 круга. Второй – на 5 минут дольше. Мотоциклисты зимой едут заметно медленнее, чем летом. Благо, в эти зимние выходные погода удалась. В липкий снег ездить на шипах намного легче. Вообще, сегодня повезло с погодой. Обычно руки мерзнут сегодня. Нет, за руки. Отлично. Ну, вы пока снимали, видели, что многие падали. Все-таки на шипах скользко. Да, ну, конечно. Это и привычку надо как бы иметь. Вот Коля Артемов, он уже многократный, ну, чемпион таких соревнований, выигрывал не раз. Команда «Форпост», четвертый поселок. Команда «Форпост». «Форпост Тим». Николай, да. Какие успехи вы показали сегодня? Хвостик. Коля, скажи «Дир». Хвостик от собачки. Гонки на кроссовых мотоциклах проходят не только по песку и снегу, но и по льду, как в спидвее. Однако от ледовых мотоциклов кроссовые отличаются весом и длиной шипов. Если в первом случае шипы достигают длиной 3 сантиметров, то кроссовые намного легче и шипы безопаснее. Шип очень хорошо держит на насте, на гололеде, и ты не скользишь, едешь очень уверенно. А без шипа все это намного тяжелее. А почему падают, если устойчивые? Ну, недостаток опыта, скользко. Может быть, кто-то переоценяет свои возможности. Организаторы шутят, что турнир получился 3 в 1. Соревнования за приз, открытая тренировка и праздник. Хочется отметить, что мотокросс в нашем городе всегда проходит дисциплинированно и без происшествий. Здесь должное нужно отдать профессионализму участников и тщательной подготовке организаторов. Уже 18 марта наши спортсмены примут участие в состязании по экстремальным видам спорта «Байкальский разлом», который пройдет на льду Малого моря. Яна Попова, Владимир Селиванов. Местное время.